Я буду только освещать это в Вайбере. Что случилось? Валентность атома. Это его способность. Ну что ты не понимаешь, Лиза, все, довольно, довольно. Я пошла гулять. Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, и вы на моем канале. И перед началом этого видео я советую тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Это видео будет очень-очень интересное и специфическое. Сегодня я буду общаться с моей сестрой только по Вайберу. Я буду просто молчать, когда она проходит мимо или что-то меня спрашивает. Я буду только освещать это в Вайбере. В общем, я надеюсь, вам понравится это видео. Если это так, то поставь лайк этому видео. Если ты хочешь от меня лайк, то подписывайся на канал моей сестры Алины. У нее есть канал, и она ведет очень интересное видео. В общем, поехали! Смотри, какая классная фотка. Смотри. Это Лиза. Прикольно. Это что такое? Что случилось? Серьезно? Что случилось? Почему? Зачем такая серьезная? Почему? Если горло болит, это не означает, что ты... Вообще не можешь говорить? Может, тебе к доктору сходить? Ты что, вообще прям не можешь говорить? Круто. Ты маме говорила? Про то, что у тебя так болит горло, что ты не можешь разговаривать. Что просто, ну... Блин, ну... Это было еще смешно 3 минуты назад. Заканчивай. Что просто? Зачем соврала? Что снимаешь? Класс. Ты могла как-то мне сказать? Я сижу, я реально уже за тебя нервничаю, что у тебя там горло болит, еще что-то. Я сначала думала, ты на меня обиделась. Короче, понятно, я не собираюсь с тобой целый день разговаривать в теле в этом, в Вайбере. Я буду с тобой разговаривать, а ты будешь сидеть и молчать, и люди будут на меня смотреть, как... Тебе нравится мой план? Серьезно, все, Лиз, короче, ну это уже не смешно. Что, вернись? Что? Ну прекращай, ну блин, это уже не смешно. Ты мне хотя бы намекни, что это, 24 часа молчу? Блин, я так не выдержу. Ладно. Я уговорила Алину принести круассан. Где они? Ну, в общем, я все ей пишу. И где круассан находится, и все. Так, окошко. Нет, ну знаешь, ты вообще уже обалдела. Я, конечно, все понимаю, но, блин. Давай посмотрим фильм. Принеси мне круассан. А что еще, за попкорном сгонять? Лиза, блин, ну заканчивай. Ну я не так часто к тебе приезжаю, чтобы мы вот это вот снимали. Ну пойдем. Хочу чай. Ну круто. Приготовь мне чай. Ну иди. Готов. Почему ты не можешь? Блин. Это не оправдание, знаешь? Вот когда заговоришь, вот тогда и сделаю.
Сама такая. Я что, ничего не понимаю. Талис, ну так как-то скучно, просто ты сидишь и пишешь. Мы ничего смотреть не будем, пока ты со мной не заговоришь. И, кстати, тебе сегодня мама сказала уроки пойти сделать, потому что ты много пропустила. Надо, тебе мама сказала, пока ты не сделаешь уроки, ты не выйдешь, не гулять, ничего. Ну, пошли, только я не знаю, если ты опять молчать будешь, как я тебе буду объяснять? Как раз потом пойдем погулять. Короче, ребят, правду даем. Какую вы вообще систему проходите? Может, стул принесёт? Лиз, блин, ну это уже совсем перебор. Что, Вер? Лиз, давай, пожалуйста, включай звук. Давай, сходи за стульями, пожалуйста, Лиз, включай звук. А, то есть, ты только себе, да, принесла? Сама себе принесешь? Ну тогда химию сама себе объяснишь. Так, ну вот смотри, у нас есть, это мы сейчас вводим с собой понятие валентность. Вот смотри, валентность атома – это его способность образовывать определенное число химических связей с другими атомами. Ну, например, смотри, мы берем с тобой водород. Лиз, пожалуйста, перестань лазить в телефоне. Ты можешь, Лиза, пожалуйста. Чем быстрее мы сделаем, тем быстрее мы пойдем на улицу. Значит, смотри еще раз. Валентность атома – это его способность образовывать определенное число химических связей с другими атомами. Вот, например, смотри, у нас есть с тобой водород. Мы из этой формулы... Ты меня вообще слышишь? Лиза, пожалуйста. Вот смотри, я записала тебе формулу, это у нас водород. Вот, мы из этой формулы мы видим, что водород одновалентный. Почему он одновалентный? Лиза, нет, все, хватит лазить в телефоне. Почему он одновалентный? Вот смотри, я тебе ввела, чтобы тебе более понятнее было. Может, уже перестанешь, серьезно? Но это уже не смешно. Ну что ты не понимаешь, Лиза? Все, довольно, довольно. Еще он камеру поставил. Да что ты там все время пишешь и показываешь? В смысле пранк? Какой пранк? Ты говорил, это челлендж. Лиза, все, хватит, достаточно писать. Какой пранк? Какой пранк? Ты не скажи. Ну все, вот, я тебе даю телефон, можешь переписываться теперь со всеми, вот вообще сколько угодно. Я пошла гулять. Я знаю, что я тут почти ничего не знаю, но ничего, я пошла гулять, все. Блин, ребята, Лина обиделась, я думаю, надо прекращать этот пранк, человек. Стой, я уже говорю. О боже, ты заговорила, серьезно? Лиза, ну что это такое? Это просто пранк. Часа три, вот просто я не могла, тупо. Ты кошмар. Все, иди сюда, давай мириться. Я уже просто, ты меня настолько уже выгнала, это просто какой-то кошмар был. Да ладно, на самом деле, ну это же просто прикол. Да я понимаю, но я реально понимаю, что мы сейчас, если ты будешь продолжать молчать, а зная тебя, видя все твои видео, я знаю, что ты будешь продолжать молчать. Я понимаю, что когда ты мне скажешь, что это челлендж, я подумала, что 24 часа не говорю. Я думаю, ну ладно, это еще куда ни шло, а челленджи у тебя не все выходят выполнить. Но когда пранк, я реально понимаю, что пранк это все. Ты точно это выполнишь, и я понимаю, что мы не успеем выйти погулять просто-напросто. Козявка! Я забыла то, что я умею говорить.
В общем, ребят, я надеюсь, вам понравился этот пранк. Если это так, подписывайтесь на мой канал и на Алинин канал. Всех люблю, пока! Я закрою Санечка. Давай. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Ждите пранк.